очередная новинка, да-да-да, их будет много, кстати, знаете почему? Потому что японских машин в природе своей немереное количество, а вот таких машин пока в городе и нет. Toyota Passo. Вообще, когда я прихожу в Toyota Auto, что на Ленина 18, да, я очень сильно часто удивляюсь. Знаете чему? Несоответствие автомобилей, которые они показывают на сайте, это я по-доброму кусочек видеть, и тому, что приезжает в город. Дело в том, что те машины, которые сюда приезжают, это совсем по-другому все выглядит. Кто-то не может передать. То же самое, кто не может передать ни одна газета и ни одно радио. Потому что телевизионная автомобильная передача. Меня очень сильно порадовал этот автомобиль. Знаете почему? Потому что вот эти пухлячки японские, так вот место в этих японских пухлячках, ну скажем так, очень даже немало, а они широкие и они вместительные. И я в прошлой передаче озвучил то, что пальма первенства в производстве универсальчиков вот у японцев это точно, но с другой стороны, посмотрите, и здесь место, и вот я сижу уж так, как я сидеть не привык, потому что, ну знаете, пузатый такой коротконогий, ну, невысокого роста, толстый, лысый и не очень симпатичный человек, хотя себе, конечно. Ну вот. Но зато есть другие преимущества. Вот как мы рассказываем про машины. Преимущество Toyota Passo. Это литровый двигатель, да? Который кушает не очень много, кстати. И оригинальный внешний вид, и дизайн. И вот что внутри. Ну, уже сколько можно перемалывать. Давайте так назовем-то стандартным японским блюдом. Inside. Кондиционер, разумеется. Но в это нестандартное блюдо. Очень интересно упаковано. Я такого комбинации приборов не видел и такого пробега тоже еще не видел. 39 тысяч. Вот. Что касается цены этого автомобиля, ну об этом вам расскажет хозяин. Я в очередной раз задумаюсь и расскажу вам очередные преимущества автостопа. Что, ну, невозможно мне влюбляться в автомашину. Но приходится. И это субкомпактный японский автомобиль. Также известный как Daihatsu Boon. А вот здесь много вариантов. Его еще называют Daihatsu Scion, Perocco Miuvi и Subaru Justy. Клево, да? Одна машина и столько наименований. И движки от 1 литра до 1,3. Естественно, есть и полный привод. С весом в 980 кг этого более чем предостаточно. Она еще и в ралли засветилась, во как! Выпуски были с 2004 по 2010 год в Японии. И сейчас машина выпускается в других странах. В общем, оптимальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за бензин.